Доброго вам здоровья, друзья! От всего сердца, от всей лохматой души, доброго здоровья вам и вашим родным и близким! Сегодня, ребята, мы продолжаем рассказ о тех, кого мы с вами спасаем и защищаем. Жизнь приюта, ребят, это просто бурлящий котел. Кто-то выздоравливает, кто-то сваливается новый, с проблемами, с болью. И жизнь у нас летит стремительно. И, если честно, некогда даже оглянуться по сторонам. Все силы отнимает наша огромная лохматая семья. Сегодня расскажу вам о нескольких из них, просто потому что пришло их время. Просто потому что что-то случается. И хорошее, и плохое. И опять хорошее. Кто-то рождается, кто-то уходит. Но мне нравится, что наша лохматая душа, она как бы посередине. Тех, кого обрекли на смерть и кого мы находим, они вдруг выздоравливают и продолжают жить. И все это, ребята, благодаря вашей помощи, вашей поддержке. Благослови вас Бог, люди. Спасибо вам за дружбу и за то, что вы с нами. Спасибо, что помогаете сохранять в этом мире доброту. Спасибо вам. А дальше расскажу о наших питомцах, о их жизни и о наших делах. И постараюсь немножечко сказать о наших планах. Хотя сейчас преобладает только одно – выжить в это тяжелое, страшное время. Сил вам, мои хорошие. Сил от всего сердца, от всей лохматой души. С вами лохматая душа. Сегодня у нас подарок от фонда «Соратники» совместно с компанией «Пурина». Друзья, этот фонд выделили для тех животных, которых мы взяли у бабушек, у людей, которых сейчас очень тяжело кормить животных. Да, мы перегружены, но, ребята, мы не могли отказать, поэтому несколько сил здесь, в округе, обратились к нам с помощью, и мы взяли. Мы сейчас покажем вам отдельно, кого именно мы взяли. Вот. Ребята, мы не можем брать так много, как хотелось бы, и как нуждаются наши пожилые люди. Но по возможности лохматая душа готова отозваться и помочь. Друзья, а сейчас я очень благодарю за эту помощь, потому что животных у нас 1700. Это образно. Если посчитать, то, возможно, будет даже немного больше. Плюс-минус, потому что постоянно кто-то пристраивается, кто-то новый поступает. Друзья, я искренне, всем сердцем благодарю вас за эту помощь. Фонд «Соратники», спасибо вам. Уважаемая компания «Пурина», искренне, искренне, искренне вам благодарна. Спасибо вам большое. Процветание. Ребята, будем искренне благодарны всем сердцем, всей душой, потому что бездомные животные – это наша общая боль России. Ребята, давайте будем вместе, давайте будем добрыми, просто будем людьми. Ведь Россия всегда славилась своим добром, своей добротой и своей широкой душой. Но неужели мы бросим тех, кого мы приучили? Ребята, и кто веками спасал нас? Я прошу вас, друзья, присоединяйтесь к движению зоозащиты. Помогайте, ребята, помогайте, потому что они живые. Даже 100 рублей ваши, брошенные на карту, на телефон. Ребята, автоплатеж, это спасает нас. 1700 животных, ребята, и наш приют не единичный. Таких, как мы, много. Мы делаем то, что должно делать государство. Но государство, к сожалению, пока до нас руки не доходят.
Правила есть, ужесточения есть. Штрафы, пожалуйста, а помощи – ноль. И именно поэтому я прошу вас, ребята, наша жизнь – это вы. Ваша поддержка – это вы. Поэтому, ребята, я вас очень прошу, помогите нам. Помогите нам всем вместе быть добрыми и принести немножко света и тепла в этот мир. Хорошие ребята. Да, малыши. Эту коробку подбросили пожилой женщине. И нам пришлось взять у нее малышей, потому что она была не в состоянии их выкормить. Сами понимаете, в наше время малыши – это обуза, и многие просто их выбрасывают в поля. Но когда люди просто просят, обращаются и отдают последнее, кто-то дает 500 рублей, кто-то дает мешок корма. Ребята, этим людям готовы поклониться в ноги, потому что я понимаю, что малыши родились неожиданно и не всегда удобно для тех, у кого они появились. Но эти люди всем сердцем пытаются не просто сбагрить, а они пытаются помочь. Просят и еще и помогают сами. И это правильно, это по-человечески. Вот видите, малыши. Отсюда. То же самое. Они тоже от наших бабушек. Да, ребята? Мамины, иди сюда. Испуганные, недоверчивые. Ну, потому что в жизни им очень тяжело досталось. Что, мои хорошие? Да? Да ладно. Мои маленькие. Красивые. Все хорошо, ребята. Ты тоже радуешься? Ты тоже радуешься. Красавчик. Да-да-да, холодно, все попрятались. У нас, ребята, дождь со снегом. Друзья, вы сами видите, погода нас не жалует. Но, тем не менее, в этом году мы посадили немножко деревьев. Березки, осинки, потому что приют надо озеленять. Если честно, ребята, даже не представляю, откуда берутся силы и время, чтобы вспомнить о том, что надо не только строить вольеры и кормить животных, но еще хоть немножечко надо позаботиться о том, чтобы у них, пусть через год-два, но появилась естественная тень от деревьев. И именно сейчас, ребята, мы начали заниматься и озеленением тоже. Еще, ребята, проблема в другом. Очень много поломанных, искалеченных животных. Условий в приюте, ребята, у нас пока нет. Поэтому животных я вынуждена забирать к себе домой. Да, это не самый лучший выход, но он другого у нас просто нет. Мы оперируем животных, потом они отлеживаются у меня дома, потом мы их привозим в приют, и они у нас здесь живут дальше. Очень много операционных, которых нельзя запереть в бытовке, ребята. Им необходимо хоть немного пространства, тепла и чистоты. Ну, ребят, не все так могут делать приюты. Мне приходится, я к этому привыкла, и я по-другому пока не понимаю, как сделать.
У меня просто, ребят, нет другой возможности. Но есть дом, где я могу этих животных передержать. Поэтому, ребята, у нас вот такие видео. То дома, то в приюте. Но это говорит только о том, что животные под присмотром. И я благодарю вас за вашу помощь. Спасибо, мои хорошие. Ребята, следующая наша боль – это Дарик, потому что диагноз мне его очень не нравится. У него мокнущие язвы начали проявляться по телу. Мальчик сейчас проходит лечение. Мы провели ему операцию, ему пришлось удалить хвостик. Но более подробный рассказ о нем будет в следующем ролике. Сейчас, ребята, я готовлю материалы и буду искренне вам благодарна, если вы отзоветесь. А сейчас мы вам рассказали о наших проблемах, о нашей жизни – о том, как мы выживаем. Благодарю вас за то, что вы с нами, ребята. Доброго вам всем здоровья. От всего сердца, от всей лохматой души.